Здравствуйте, дорогие дамы и господа, да благоволит к нам Господь, с вами Джон Клюкер. Сейчас будет видео на тему Интай техника. Ну я, в общем, это чисто визуальное такое видео, буду показывать различные картинки, машины там, допустим, какие-то разбитые машины, там что-то связанное с машинами, там с техникой. Вот, и первые кадры. Вот. Вот еще какая-то машинка старенькая стоит, уже не знаю тут сколько лет. Я, правда, не обращал внимания, вот сейчас вот прохожу. Ну, видно, что заброшенная машина. Ее, скорее всего, видимо, используют уже как под этот, под сарай, типа того, что видите, замок. Я хочу вот... О, и собака тут. Ну, собака, смотрите, даже не гавкает на меня. Хорошенькая собачка. Молодечек. То бы я сейчас напугался, наверное, если бы она загавкала. Хочу такие видео с Интой связанные там показывать. Вот в этом видео буду технику различную показывать. Может, в основном там, может быть, сейчас попадутся кадры какие-то, допустим, необычные, красивые там машины, ну, которые мне понравятся, допустим. И в основном машины, которые там, допустим, разбитые будут. Я сейчас это буду показывать. Так что, кому интересно, приятного просмотра. Сведения скажу новым зрителям. Я нахожусь в Республике Коми, город Инта. Сейчас 29 мая 2015 года. Сейчас градусов 20, может, даже теплее стало. Вот, пожалуйста, колеса. Ну, это, наверное, во многих городах так используют эти колеса. Машина какая-то разноцветная. Сейчас погода такая замечательная, тепло, свежо, дождь прошел, воздух такой приятный. Вот кто-то бросил машину после аварии, видимо. Вот эти покрышки посимпатичнее покрашенные. И вот смотрите, еще какая здоровая покрышка. Вообще красиво выглядит. Видите, что я узрел? Велосипед приковали к покрышке. Ну, правда, там что-то просто накинули крючок без замка. Вон, смотрите. А вот уже к березе приковали уже с замком. Я так понял, у этой машины задраны колеса. Что-то они как-то... Ну, специально, видимо, хозяин задрал. Номер у машины интересный. Машинка прикольная, покрытие у нее. Пленка, не знаю, забыл, как называется эта пленка. Капитос, как недавно там мы делали, видео снимали, там паренек сказал. Я бы себе взял бы капитос и переделал бы его.